Тихий зеленый уголок в самом центре города. Сквер Языкова любят многие. Здесь не только можно спрятаться от палящего солнца, выходные дни в сквере проводят концерты, гастромаркеты и фестивали. Но вот современным и обустроенным место отдыха не назовешь. Исправят ошибку в 2024-м. А пока предлагают ульяновцам выбрать один из двух вариантов дизайна. И сама вот поверхность как бы требует выравнивания, то есть здесь должен быть хороший газон. Опять же, мы говорим о том, что все вот те деревья, все объекты растительные, которые здесь есть, их бы, конечно, необходимо сохранить. То есть спиливать что-то, как-то отсюда убирать мы, конечно, не стремимся. Поэтому тот проект, который мы разрабатывали, он направлен на сохранение всех тех деревьев, которые здесь существуют. Территория сквера плавно перетекает в сад дворца бракосочетания. Его тоже приведут в порядок. Как признается Жанна Назарова, благоустройство сада – давняя мечта сотрудников. Ряд деревьев сохранились еще с 1903 года, когда здесь располагался дворец купца Шатрова. До 60-х годов на площадке работал фонтан, позже его разобрали. По дизайн-проекту в саду планируют обустроить фотозоны, арки и клумбы. Добавят дорожки, чтобы пары не мешали друг другу. И место для фуршета. На сегодня у нас во дворец, только во дворец, подано почти 1977 заявлений на заключение брака. И 83 из них на летний сад. То есть здесь ничего нет, но молодожены все равно хотят сюда, потому что летом регистрироваться в ЗАГСе, кто был, тот знает, не очень комфортно. Где-то кондиционеры не справляются, где-то приходится подождать. В целом из сквера планируют обустроить многофункциональное общественное пространство. Первый дизайн более современный, второй – классический. В каждом обустроенные дорожки, места для проведения концертов и мероприятий, много зелени. После того, как будут определены эскизные решения, задача уже сделать из этого проектно-сметную документацию. То есть уже положить на конкретную бумагу это и сметные расчеты, виды работ, объемы работ, привязать к существующей инфраструктуре, к существующим сетям водоснабжения, водоотведения, электричества. Потому что если мы говорим о сцене, то здесь, безусловно, необходимо делать закладные источники питания. Если мы говорим о газонной части, то здесь, конечно же, хочется сделать уже рулонные, красивые газоны. Выбрать дизайн-проект можно до 31 мая на сайте 73.горсреда.ру. Также сделать выбор в пользу комфортной среды с помощью номера телефона помогают волонтеры благоустройства. Анна Тищенко, Улправда ТВ.